Здравствуйте, уважаемые подписчики интернет-портала xget.ru, братья и сестры. Мы продолжаем с вами нашу рубрику «Новые религиозные движения, сектоведение». И сегодня мы продолжим рассмотрение второй части «Лжехристы». На прошлой лекции мы говорили о Виссарионе. Сегодня поговорим о таком лжемессии, как Сон Мин Мун. Церковь объединения, которая Возникло и движение объединения, которое возникло в Северной Корее, вернее, свое, 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 свое обороты она набирает в Южной Корее, но основатель этого движения родился в Северной Корее, которую звали Сун Мюнхмен. Родился в 1920 году в христианской семье, и в 1936 году его посетило видение. Он посвящал пресситерианскую общину. Его посетило видение, где сам Иисус Христос, как он заявлял об этом, ревелся религиозному подростку и сообщил, что, призван, что он призван завершить миссию, которую Иисус Христос принял около двух тысяч лет, но не завершил. И согласно одной из версий последования об этом событии, голос неба, как пишет в своих литературе, Голос с неба изрек: цитата, ты завершишь спасение людей, являясь вторым пришествием Христа. Конец цитаты. То есть в данном случае мы с вами встречаемся с тем, с чем мы столкнулись и в первой лекции, говоря о Виссарионе, где Дух Святой накатил на Виссариона и где он сказал о том, что теперь на него накатил и Дух самого. Христа и объявил себя Христом Мессией. Здесь, в Северной Корее, мы видим, что Мун объявляет себя Мессией, и его настоящее имя, как я уже сказал, Сун Мюнхмен, но он изменил первое слово Мюнх на, на Сон, потому что Мюнх это переводится как дракон, а Сон как светящийся и святой. Итак, в 1972 году прошлого века, как он говорил, Господь посетил его снова, и Мун рекомендовал ему подготовить народ ко второму пришествию. В 1974 году, в 1974 он переезжает в США, начинает поездку по стране, разъясняет, что Бог рассчитывает на Америку, Несколько конгрессменов пригласили Муна выступить с речью на неофициальном приеме в Палате представителей Конгресса США. И в печать проникли сведения о том, что Мун на приеме заявил. Цитата: Главам правительства нужно много привлекательных девушек. Мы порекомендируем по три девушки каждому сенатору. Это означает, что нам нужно их 300. Пусть девушки установят с ними добрые отношения. Конец цитаты. Мы в дальнейшем с вами поймем, к чему эта реплика и к чему такое заявление и обещание, когда будем рассматривать их доктрину заблуждения веручения. Начиная с 1976 года Церковь объединения не раз попадала в разные скандальные истории. Так выяснилось, откуда брались, в общем-то, миллионы долларов, которые тратились, в частности, на создание только в США 40 дочерних организаций, с, члену, с целью привлечения новых членов. В начале 80-х Церковь Объединения имела различные промышленные предприятия во многих странах мира и принадлежат 150 корпораций, объединяющих предприятия в различных областях сферы производства и обслуживания. Члены Церкви трудятся там за минимальную плату и им говорится о том, что это необходимо делать. Для распространения главной вести о том, что пришел Христос в этот мир Мессия, который должен завершить миссию Христа. В чем ее незавершенность? Об этом скажем попозже. Итак, в июле 1982 года Его за то, что он не платил налоги это там такие законодательные были претензии да, к нему, его посадили и приговорили, приговорили к 18 месяцам тюрьмы и штрафу, но за него заступились различные организации, в том числе и религиозные, как ни странно, баптисты, католики, да, и есть такая православная ассоциация правозащитников. И через некоторое время за примерное поведение он был выпущен. Я всегда, так, зная истории, те, которые есть и в русской православной церкви, связаны с некоторыми нашими православными миссионерами, что-то от этих правозащитников я не слышал заступничество в пользу там, того же отца Андрея Стрепкова там, или Сергея Станиловского, известно, что по разным обвинениям, одни из них, один из них был выпущен, вот Сергей Станиловский, духовный чад отца Дниила, не был на никаких обвинений, но не эти правозащитники молчали. А вот за этого, да, тут целый выступил целый конгломерант такой из так называемого Совета Всемирных Церквей. Да. Поэтому вопрос тут тоже такой интересный. Но это так к слову. Итак, в 1992 году Мун провозгласил себя истинным отцом нового человечества. И с 1993 объявил эру завершения Завета. И сказал о том, что эта эра, она теперь меняет эру Нового Завета. То есть, по разумению, Муна для мира пришло время мунизма. Мунисты утверждены, убеждены в том, что полная и окончательная истина открылась через их истинного отца, поэтому они используют любую возможность для свидетельства о Муне и его божественном принципе. Поэтому Мун и его жена сделали одно из наиболее кощунственных заявлений. Его жену зовут, это вторая его жена Ханг -ча Хан сделали такое заявление, объявили себя, что они нашли невесту Иисуса Христу, за что он, якобы явившись им в видении, принес искреннюю благодарность за такую заботу. Снова повторю, сейчас все будет это ясно, причем здесь все эти заявления по поводу девушек, по поводу незавершенности миссии Христа и по поводу того, что они нашли невесту, чтобы он завершил свою миссию. Известно также из биографии Муну, что были не один раз, он привлекался не только по налогам, но и что, будучи преподавателем в одном из колледжей, когда он уже перебрался в Южную Корею, он домогался до своих студенток, и это было неоднократно. И поэтому, чтобы этот скандал как-то ретировать, он женился на одной из студенток. Сначала был первый брак, потом был второй. И вот второй брак – это с его Женой, которая и жива, и здравствует до сих пор, Хакчахан. Сам Мун умер уже в 2012 году. И, казалось бы, можно было бы эту историю сегодня уже и не поднимать. Но, тем не менее, надо сказать о том, что сейчас достаточно снова, вот в период пандемии... И вот на данном этапе их деятельность заметно активизировалась и в средствах массовой информации, и в учебных заведениях, где они предлагают под видом психологии различные практики и методики семейных выстраивания семейных отношений. Также активно работают в области экологической э экологии, да, то есть сохранения природы и прочее. Но это Ничто иное, как такая ширма для дальнейшего проникновения да, и распространения идеи и лжеучения, которое заповедовал своим последователям Мун. Отношение мунистов к России и ее как таковой нужно сказать о том, что когда Мун приехал и посетил Россию, он встретился и был принят на самом высоком уровне. Его встретил вместе с его женой, Хакчихан, которого он называет ⁇ да, мать ⁇ он отец всего человечества, она мать всего человечества. На самом высоком уровне его принял тогда Горбачев вместе со своей женой. Есть фотографии в интернете, их все можно, можно увидеть. И они здесь презентовали свой фонд. И началась целая история мунизма и проповеди его последователей. В России. в России сегодня насчитывается примерно около полумиллиона, кто-то говорит, 300 тысяч, кто-то говорит, до полумиллиона его последователей. Это, конечно, не так много, как харизматические секты, их 644 миллиона. Это да, огромная такая гвардия, о которой мы говорили ранее, проповедников да, о ложном понимании крещения Святым Духом, с их бормотанием и конвульсиями, в которых они бьются. Конечно, их не так много, но тем не менее, снова снова повторю, достаточно активно действует сегодня в соцсетях и в образовательных, намеревается проникать в образовательные учебные заведения со своими предложениями. А тогда, в 90-е, вот, например, в 93-м году, Мун заявлял, что, цитата, прям, высокопоставленные люди видят ценность моего учения и хотят ввести их в школьную программу. Это действительно было сделано. По сведению Международного фонда образования, преподавания курса, который он предложил, есть такая книга, называется ⁇ Мой мир и я ⁇ Попрошу, если нас слушают какие-то преподаватели, педагоги, обратить внимание на книжные полки своих библиотек. Я бываю часто в разных епархиях с различными курсами, лекциями, как общественными, так и для учебных заведений наших внутренних семинарий. Когда, если это общественные лекции, если я попадаю в библиотеку того или иного города, то до сегодняшнего дня я еще обнаруживаю этот учебник на полке. Часто на полке или психология, или философия, или религия, если такая полка существует в библиотеке. Вообще они есть в фактически во всех библиотеках наших городов. И если я обнаруживаю этот учебник, он такого белого цвета, называется «Мой мир и я», то я, по просьбе и согласования с библиотекарем я этот учебник изымаю в свой архив тектонской библиотеки, а взамен прошу туда поставить закон Божий или какую-либо православную литературу, чтобы книжная единица не потерялась. Библиотечные. Поэтому обратите внимание, могут быть, могут быть и переиздания, могут быть и разные названия. Но тогда по этому учебнику в Москве преподавали в 120 школах с 1993 года по 2000 год. Это преподавание продолжалось, и та статистика, которая у меня есть, и в 80 школах Санкт-Петербурга. То есть, таким образом, распространялось учебное пособие, которое несет в себя идеологию мунизма внушаю ее подросткам, даже и не подозревавшим, да, что им навязывается в качестве основного мировоззрения, мировоззрение Муна и его последователей. То есть, мунисты целенаправленно, тайно и следовательно насильно внедряют в свое училие. Целью Цель мунистов является замена традиции нашего народа на некую, как они говорят, небесную традицию. В одном из пособий сказано следующее, цитата. Как вы можете удостоиться чести наследовать небесной традиции, если вы даже не знаете обычаев, культуры и не говорите на родном языке истинных родителей? Истинные родители считаются Мун и его Муниха, то есть Хакчахан. Вот такая претензия. И далее цитата звучит «Тат, так. Тот, кто не говорит на родном языке, то есть на корейском, не имеет ни власти, ни достоинства получить наследие. Это ясно установлено в божественном принципе, конец статы. Что такое божественный принцип? Это та книга, которую якобы Муну было, было дано откровение свыше и которую он составил как некое учебное пособие для всех своих последователей. Да и интересно, что, женившись на тогда студентке, чтобы избежать очередного такого домогательства и скандала на Хакчахан, он подарил ей в качестве свадебного подарка этот божественный принцип, эту книгу. Да, поэтому в сектор распространяется издание, также «Внутренний мир солдата», пособие для воспитания военнослужащего в духе мунизма. И совсем недавно, не в таких, конечно, масштабах, как это было в 90-е, это было действительно они проникали в вооруженные силы. Сейчас, конечно, такого нет, но тем не менее эти попытки, вот по той информации, которая есть у меня, они сейчас предпринимаются. То есть вот, проникновение и под видом там, психологической помощи военнослужащим, тем не менее, мунисты пользуются именно тем старым учебником, который рекомендовал Мун, который называется «Внутренний мир солдата». Итак, теперь к доктрине. Нужно сказать, откуда такое понимание их того, что необходимо очистить всех людей. Скажу кратко, что превратно понимая Священного Писания, а даже, в общем-то, извращенно, Мун учил о том, и пишет об этом в Божественном принципе, о грехопадении, что Ева, она согрешила с дьяволом буквально. То есть сексуально она вступила для первые люди, как он пишет об этом были сотворены для того, чтобы иметь такие отношения с Богом и духовные и физические. Но Ева изменила Богу, да и э, склонила к этому Адаму, то есть она согрешила, вступила в сексуальную связь с дьяволом и потом вступила в сексуальную связь с Адамом. И поэтому весь мир заражен теперь физиологически грехом. И от Адама и Евы люди заражены. Поэтому Христос, он был действительно человек, который родился от непорочных родителей и мог бы исправить, то есть почистить кровь людей, чтобы родить другое поколение. Но свою миссию не выполнил и был вот распят на кресте, не женился. Поэтому теперь понимаете, откуда невесту они нашли. Христу, духовную невесту. И теперь эту миссию Мун вместе со своей Хакчахан должен завершить. То есть мы понимаем, что несмотря на то, что Хакчахан родила ему 13 детей, да, и сегодня дети управляют всей этой корпорацией, наверняка и от них исходит инициатива распространения обожественного принципа в кавычках, да, его пап, их папы, несмотря на то, что она родила им 13 детей, мы понимаем, что таким образом все человечество очистить они не могут, и они прибегают к другому действию. Есть так называемые общие или лучше как как они их называют, это брак сочетания благословленные муном и его женой. То есть по сути это бракосочетания, на которых, как они считают, человек должен получить благословение от, первых, от родителей Муна, он же Мессия, он Христос, второе пришествие и его жены. Венчают они эти. Эти венчания проводятся массово, на больших площадях вот на одном из таких, из таких в 1998 году я присутствовал в городе Калуге, где они венчали 120 пар. Они берут людей, последователей вообще их в мире 3, более трех миллионов последователей Муна, и они берут эти пары из разных например, мужчину там из Африки, женщину, последователей могут из России. И часто люди встречаются на этой церемонии, они раньше друг друга даже и не знали им дают, они все в одинаковых одеждах, дают одинаковые пиджаки, рубашки, галстуки мужчинам, женщинам одинаковые платья, и фату делают, ну, как я тогда пригляделся, из обычной тюли. Видно, что это нарезанный даже еще не совсем ровно. А тюль, да, надетая на голову, свернут такой кубышкой на макушке. Но это не все. Здесь дается благословение, но здесь существует и такое, ну, по сути, кощунственный и в некой степени, можно сказать, даже сатанинский акт, когда Мун, после этого такого определенной церемонии благословения дает врачующимся вино, смешанное с водой и с различными еще травами, которые, по их пониманию, должны способствовать очищению крови этих людей, которые теперь родят чистых людей. Таким образом, вся земля очистится, от них будут по устоянию муна разные люди. Но также он делает у себя надрез на пальцы или накалывает пальцы его жена также. И кровь свою подмешивает вот этот напиток, то есть в это вино, смешанное с травами. Но ну, не только, как свидетельствуют их последователи, которые прошли реабилитацию и присоединились к православию, но подмешивают и сперму муна так как есть то, что называется, за что купил, что узнаю, то и говорю. И таким образом считает, что происходит вот этот очистительный процесс. Люди это все принимают, их благословение. Теперь дети, которые будут у них рождаться, это дети будут с неповрежденной той кровью. И таким образом Мун, он, в общем-то, спаситель человечества, его жена, для того, чтобы очистить людей от скверной Адама и Ева, того вот первородного греха в их понимании. Вот как об этом пишется в божественном принципе. Бог создал человека и сообщил ему три благословения, но человек, это цитата, эти три благословения не исполнил. Вначале архангел Люцифер или Сатана влюбился в Еву, соблазнил ее, вступил с ней в сексуальные отношения. Так произошло нарушение первого благословения. От этих отношений родился Каин. После этого Адам нарушил Божие благословение и тоже вступил преднамеренное физическое отношение с Евой, от чего родился Авель. Но Авеля убили, остался один Каин, от которого все мы происходим. Тут как-то Сиф каким-то образом выпадает из их истории понимания Священного Писания. Ну и всемирный потоп тоже. Знаем, что сифиты да, остались, и потомки Сифа, и, в общем-то, род Каина, он погиб, но, видно, они как-то Эту, эту, эту сторону не учитывает. Также интересны муницкие рассказы о том, как Мун проник в мир духов, и силой пытался выяснить, что же там произошло в Эдемском саду. Он искал сатану, чтобы допросить его с пристрастием. В конце концов, некоторые элементы божественного принципа были сообщены Муну Богом, но большую часть он добыл в борьбе с миром духов, как они пишут. Вот цитата, например. «Ни Бог, ни Иисус ничего не рассказали ему о грех людей». То есть, он путешествовал в духовном мире, общался с Богом. Ему пришлось найти Люцифера, потому что тот знал про все, все это в подробностях. Это была не только физическая, но и духовная борьба. И Мун боролся с еще большей духовной силой, чем Люцифер. Они стояли лицом к лицу и боролись. И Мун, узнав все, узнал все о грехопадении. Он спросил Люцифера, когда Ева была молода, в 15 лет, ты очень за ней ухаживал? Вы часто гуляли рука об руку? Часто ли вы бывали вместе? Люцифер помедлил, потому что эти вопросы были ему неприятны, и сказал, да-да, Ева-Ева. Конец цитаты. Вот такие вот, такие вот существуют выдержки о путешествии в божественном принципе мумна, в, в потустороннем мире в божественном принципе молодые члены я помню церковь объединения они ходят по, по городам многие наверное с ними сталкивались до сих пор эти вылазки но они не настолько сейчас частые снова повторю сейчас они больше действуют в сетях интернет и идут уже другими путями напрямую выходят на образовательные структуры снова повторю под видом психологов, проникают в различные учебные заведения, имеют даже, возможно, и дипломы и психолога, что не исключается. Но одну цель они преследуют. Если психолог преследует цель там, помощи людям, в каком стрессовом ситуации, то здесь цель другая. Это внедрение этих божественных принципов. Достаточно у них серьезно разработано и в те годы, и сегодня. Такая миссионерская программа о семье, о взаимоотношениях в семье. Примерно 3-5 лекций, там и сложно понять, что это какие-то люди представляют какую-то секту Муна, они действительно такого психологического, в общем-то, характера ничего такого нет. Но впоследствии эти люди вам предложат более углубленное изучение да, этих отношений, и там вам объяснят, что вам необходим божественный принцип и необходимо очистить кровь, вступить в брак по благословению только теперь уже. Его-то нет, но тем не менее Хакча-хан, его жена, она проделывает этот брак благословения и говорит, что муж ее присутствует духовно и также дает добро, и в видениях является, и дает добро на брак бракосочетания для очищения крови. Я помню, тогда, вот в середине 2000-х, даже в 2010 году, они еще достаточно активно ходили в парке в сокольниках, продавали различные открытки и различные предметы, якобы в пользу каких-то студенческих организаций, и, там, на помощь там, бедным студентам для их обучения и прочие вещи. Также у них есть такой принцип вовлечения в секту, он называется принцип флиртующей рыбки. Что это такое? В своих сектах они выбирают более-менее таких привлекательных девушек и дают им такие наставления, чтобы они подходили и начинали так знакомиться с парнями, общаться и приводили их в секту, ну и потом как бы исчезали. То есть так называется флиртующая рыбка. Сегодня в соцсетях тоже я сталкивался с подобным их методом. Итак, вот особое место, может быть даже центральное место обучения Мунна занимает именно культ идеальной семьи, как он называется где да, вот проводятся такие церемониальные браки, браки благословения, церемония святого вина, как они его называют, ну вы видели состав этого вина, да, и они считают, что это не что иное, как в божественном принципе об этом сказано, обряд изменения родословия. А Мун, как я уже сказал, считается и Муниха считается истинными родителями всего человечества. И вот что Мун пишет своим последователям, даже дабы одобрить их в их деятельности, цитата из Божественного принципа: все святые, включая Иисуса, должны уважать вас. То есть это он пишет своим миссионерам, которые распространяют его учение, должны уважать вас. Почему? Потому что даже Иисус не мог сделать то. Дело, которое вы сейчас делаете. Ну, вот такие вот заявления. Для того, чтобы... Вот еще, например. Мунисты предлагают простое решение всех межрелигиозных противоречий. Вот, например, Мун заявляет. А для того, чтобы преодолеть ограничения утвердившихся религии, должно при... Появится религия, должна появиться религия, которая может привести все религии к единству это ЦО, церковь объединения, то есть церковь Муна. В общем-то, мы видим, что выглядят некоторые такие предложения, которые они делают, достаточно привлекательно: семья, экология, да, объединение всех религий ну что мы спорим, давайте все объединимся. Но всегда, когда звучат подобные лозунги, особенно то, что касается объединения всех религий, Всегда нужно задавать вопрос: а под каким началом мы будем объединяться? И всегда ответ будет, как и в других религиях, конечно же, да, под нашим. Мы вас приглашаем. Приходите. Точно так же мы видели это и в Теософии, когда Блаватская говорила: нет религии выше истины. Да, ну и, конечно, религия это, это ее религия, которую придумала она, и прочие вещи. То есть нужно всегда помнить о том, что не все, что с неба, то от Бога, и не все то золото, что блестит. У них очень много, я так озвучу, они могут меняться. Это не обязательно то, что я сейчас озвучу. Дочерние фронтовые организации под долговидными предлогами, представляясь сторонниками или членами этих организаций, они проникают в различные, снова-снова повторю, для них очень привлекательно, как тогда, так и сейчас были, именно образовательные структуры. Ну вот какие э, могут быть э, под какими названиями организации они могут представляться. Студенческая ассоциация по изучению, там, например, основ религии там, или Международный фонд образования. Приходят к вам люди и говорят: здравствуйте, мы из Международного фонда образования хотели бы с вами вот участвовать там в каких-то программах. И многие люди, не зная, думают, что ну, обычные люди, какие-то фонд, тем более фонд может быть, чем-нибудь помогут нашей школе, там, да, где парты там уже сто лет не менялись, там или еще, может, оргтехник какой. И люди часто вступают с ними в отношения, но потом они заявят, конечно, что пособие «Мой мир и я» учебник или «Божественный принцип» являются самыми главными в нравственном воспитании нашей молодежи. Или, например, Ассоциация профессоров за мир во всем мире. Такое вот есть название. Ну, это вообще замечательно. Кто же против мира? Да, все хотят, чтобы не было войны. Или, например, Международная федерация, женская ассоциация, например. Международная женская ассоциация. Ну, тоже вот придут, скажут, здравствуйте, мы из Международной женской ассоциации. И люди, наши педагоги, где большинство коллектив состоят составляют, 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 из женщин, тоже могут сказать, а что же плохого? Они же не говорят, здравствуйте, мы из секты Муна. Они говорят, здравствуйте, мы из международного, или, например, вот еще одна дочерняя организация, Международный культурный фонд. Ну, кто же против фонда, да еще и культурного. Также есть Всемирная ассоциация работников средств массовой информации, Международная конференция за единство наук. Ну, кто же против науки? И прочее-прочее название. Поэтому Необходимо действительно всегда, если кто-то нам предлагает какое-то сотрудничество или какое-то содействие, необходимо всегда все все-таки более подробнее узнавать, что за люди, где их устав организации, да, кем они признаны, кто стоит во главе, какое официальное название головной организации. Ну, если эти люди могут и не рассказать всех подробностей, то здесь. Конечно, хорошо обратиться куда? К специалистам, но ну, хотя бы к Русской Православной Церкви. Всегда в любой епархии есть миссионерский отдел. При миссионерском отделе есть всегда человек, который отвечает за противостектантскую деятельность. Поэтому, если нам сложно разобраться, ну, хотя бы давайте спросим у тех, кто в этих вопросах, вопросах следующий. Итак, мы видим, что организация Сан-Минмуна достаточно церкви объединения, достаточно сегодня снова проявляет свою активность, имея неплохие фонды, это не просто слова, имея какие-то и средства, но эти средства, они направляются именно, снова-снова повторю, для распространения своего лжеучения. Поэтому... Поэтому нам всегда нужно быть внимательными и всегда помнить, когда мы говорим особенно о фондах и о чучевичной похлебке, не забывайте, той самой, да, которую Яков предлагал своему Исаву, брату, да, продай мне первородство свое. Вспомним эту ветхозаветную историю, поэтому будем всегда помнить, что, что погубило Иуду, да, предательство, именно те самые 30 серебряников. И не всегда люди, которые предлагают нам ради каких-то идей еще и какие-то фондовые средства, они всегда не всегда они преследуют какие-то благие намерения, да, а скорее наоборот. Если люди дают какие-то средства, то они преследуют, надо хоть хотя бы это понимать, свои цели. Вот я помню, как в центр реабилитации пришел один человек, и он попал под другое воздействие, есть такая финансовая пирамида. И я в него спросил, взрослый человек, почти мой ровесник. Я спросил, ну как же так, у вас два высших образования, что меня еще удивило, когда он предсказал, что да, у меня два высших образования, одно экономическое даже, другое гуманитарное. Я говорю, ну а как же вы попали-то? И он говорит, ну я посмотрел, нашел такой портал, сказали о том, что вот мы вам предлагаем такую схему определенную, где вы можете разбогатеть. Я ему просто задал простой самый вопрос. Я говорю, ну вы же вот человек умный, как вы думаете, кто это, где это там сидит и думает о том, как это вам предложить какую-то схему, чтобы вам разбогатеть? Почему он сам не пользуется этой схемой, чтобы разбогатеть? Это вот кто это сидит и думает, не спит, не ест ночами, да, только чтобы вас сделать миллионером? Он... Была такая пауза, он говорит, вы знаете, этот вопрос вот меня сейчас поставил в тупик, я даже как тогда об этом и не подумал, а вот а стоит подумать, поэтому всегда будем помнить о том, что бесплатный сыр. Да, бывают в мышеловке. А благими намерениями да, дорожка стелится известно куда. Спаси Христос. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.